Может, ну его нахер просто пойти убить его? Он ходил слева тут от меня. Кто-то сделал пару шагов. Нет, не убивай его. Ты что ж делаешь-то? Квест у меня воруешь. Вот крыса, а? Прикиньте, сидит там в кусту. Мне кажется, сейчас вот того типа. Давай, мочи! Сейчас у типа, которого я там убил с этого, с бетонной фигни, мне кажется, вера в людей просто пошатнулась вы, блядь, после человек. Этого. Согласен. Вот этот дробовик, кстати. Алло, рай. Он уже сюда перебежал, оказывается. Совесть мучает. Да. Я просто залез посмотреть ботов на другой стороне, а тут они. Ну. Я просто иду. Подпрыгнул. Оказался каким-то образом на бетонной фигне. Думаю, ну ладно, ботов посмотрю на том стороне. Тут прибегают студентики, блин. Начинают самоубиваться по всей делянке. Так, надо их гранатой глушануть. Там еще... Ох, ни хрена! Терминатор! Ну вот это зря ты, конечно, вышел. Не знаю, на что ты надеялся, друг. Ни хрена себе.
чувака зашел. Я взорвал его, походу. Мне казалось, был не один. Бля. Блестяще засел еще один челик в двушке. Взрывайся. Перезаряжай. Это он. GG, чел. А, это снайпер был. Вот он что с 5-7 настреляет. Плюс один. Один в туалете, на втором. У меня на первом. Двоих убил. Ты справилась? Да, он в спину стрелял, не убил, удивительно. Ты на втором у меня. Нет, 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 у тебя все на втором враге. Понял, понял, понял. Ой-ой-ой, за стенкой умер. Вообще очень люто рассинхронило. У меня есть в... У меня есть в АГС. Первый, второй. И первый, и второй. Первый убил. Убила? По-моему, минус. Не тихо, уверен, тихо. Сюбушка подошел? Подходит. Я в балке. Ой-ой-ой. Убил. Убил? Да. Он на лестнице. Я понял. Снизу. Бля, я ему в голову настрелял. Ушел за стену и опять умер за стеной. Ёб твою мать, хоть бы один звук, сука, что ты спускаешься по лестнице. Надо мной еще один кто-то бегает. Что? А, это он, наверное, убежал туда. Нет. Этот сидит. Блядь. Ну где? Где звуки, господи? Ой, чат, я не знаю. Ну, как люди вообще в эту игру играют? Хомячок, спасибо за поддержку. Стримы стараюсь проводить каждый день по будням, иногда даже в выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом. Там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.
Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.